На сотом километре трассы Ивдель граница Хмао в окрестностях Пилыма приключился замес из цикла 200-й на сотом. Ну, как нетрудно догадаться, человек погиб на сотом километре. Фабула такова. Из советского города, ну, в смысле, из города советского, что в Хмао, в сторону Ивделя катился грузовичок АФ-37-434А, также известный как Hyundai Фургон, пилотируемый 46-летним жителем Богдановича с 19 годами водительского стажа за плечами. По данным ГАИ, в прошлом году этот рулевой два раза попадал в ДТП из-за допущенных им нарушений ПДД. В текущем году он 27 раз привлекался к административке за нарушение ПДД, в частности за ремень. И в этот раз пилот хюндаевского фургончика не был обременен, что на межгороде с его высокими скоростями особенно чревато. И случился худший вариант. Возле километрового столбика с числом 100 непристегнутый и недисциплинированный пилот не справился со скоростью и рулем, ушел с трассы вправо, Hyundai наскочил на начало отбойника, наверняка подлетел на нем, как на трамплине, и завалился на правый бок в траву за отбойником. Около 10 часов 50 минут на 100-м километре автодороги Ивдель в границах Мао произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Прибывшими на место происшествия сотрудниками госавтоинспекции установлено, что 46-летний уроженец Богдановича, управляя автомобилем АФ-3743, не пристегнутый ремнем безопасности, двигался в направлении города Ивделя со стороны города Советский, допустил наезд на металлическое дорожное ограждение справа с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовой иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб до приезда скорой помощи. Вот если бы Hyundai по прозвищу АФ увело в сторону хотя бы на несколько метров подальше, то, возможно, отбойник и исполнил бы свою роль, и фургон с прошкрябанным правым боком остался бы на асфальте. Но волю небес Hyundai налетел на самый кончик отбойника, ну или на самое начало, и пилот, не удерживаемый ремнем, при ударе грузовичка оземь встряхнулся так, что погиб. А ведь это был очень опытный водитель с 19-летним стажем руления. Можно было бы предположить, что он на этой трассе перезаложился на свой опыт, возомнил и расслабился, таки нет. Так бывает раз, ну два. А у него, повторю, за прошлый год 2 ДТП из-за его нарушений. За 5 месяцев этого года 27 административок. Нет, у него определенно была какая-то тяга к нарушениям. Этакое автобунтарство, нежелание жить по правилам. А это всегда чревато. Господь до поры до времени предупреждал, но человек не внял, и пришел его черед. Госавтоинспекция Ивделя напоминает, что во время движения на транспортном средстве водители обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности и строго соблюдать скоростной режим.